с вами мини-геймпро, и сегодня мы играем в игру «Руки на скейте». Я не знаю, как она правильно называется. И выбираем сразу режим бесконечности. Тут просто бесконечно можно играть. Так, подождите, сейчас. Так, я уже играл, я знаю, как это все делать. Блин, не получилось. Блин. А я думал, там можно залезть. Так, первый видос уже, так скажу, для вас загружается. Опа. Так, давайте так сделаем, погнали. Вообще просто трюки. Блин, а я хотел на вот этой фигне, типа, так вот зацепиться. Так, короче, так погнали. Почти, почти. Нет, не зацепились. Ну, хоть бы... Ого себе, вот это прыжок. Ну, прикольно было. Опа, вот так вот. Так вот. Блин. Так. Во. Блин. Я хочу так сделать, чтобы так вот скейт не так вот прокрутился, типа, когда вот, блин, подождите. Не так он когда, чтобы так прокрутился, а чтобы он прям какую-то так сальтуху сделал. Ну, типа сальтухи. Вот не так прокрутился, чтобы как там, вот, типа я еду, прыгаю, блин, подождите. Типа я еду, прыгаю и не вот так делаю, а как-нибудь вот, чтобы она вот так вот как-нибудь. Ну, типа, я прыгаю и как-нибудь в бок она. Ну, не так, а прям, чтобы она прям серьезно в бок и... Наверное, я попытаюсь подключить вебку. Да, вебку. И скоро вы будете меня видеть. Да-да-да. На телефоне вебку. Так, пока делаем трюки. И все без вебки. Я что-то не вижу, вы не подписывайтесь. Я тут для вас как-нибудь стараюсь. Видео выкладываю. Не как бы два видео выложил. Блин, не получилось. Да блин, опять. Ну у меня получится. О, видели? Все сложно, сложно. Видите, как он поворачивает? Сложно. Во, да, типа того. Вот как я сейчас делаю, и только чтобы он прям на колеса встал. Так красиво будет. Есть задний тормоз, есть передний тормоз. Вот это задний, этот передний. И так можно вот так вот, хопа. Ладно, погнали. Вау! 17 тысяч сразу. 6 тысяч. Тут в верхнем левом углу там есть счет. Сколько я заработал за этот счет? И тут 27 754. А теперь 0. Потому что прошли секунды. Секунды. Ну, счет за трюки. Сколько он дал мне за счет за трюк? Это что сейчас было? Баги? Разворот. Вот так вот. Я уже знаю, как тут управлять, короче, полностью. Трюк не получился. Вот красиво было бы, если получился. О! Скорости мало было, я заехал еле как.
что это за баг сейчас был? Подождите, я тут одну штучку... Да блин. Так вот делаем. И теперь нужно как-нибудь так вот. И... What? А что сейчас было? Нафиг. Да и почему что он у меня припрыгивает? Да блин, давай. Блин, хотел прыжок сделать, но я не знаю, как что прыжки делать, но я как-то у меня получается. Когда вот ты на этой, ты на заднем вот так вот, вот делаешь на заднем. Сейчас покажу. Продолжаем, тут позвонили. Фу, блин. Хорошо, что осталось. Да блин, ну переворачивайся, он куда-то, мне не нужно. Сейчас он мне досказал, что когда ты вот, я поднимаю вот так вот делаю. И, в принципе, у меня получается... Видите? Ну, сейчас почему-то не получилось. Ну, это потому что я не сделал, да. Ого, это что у меня так? Да почему, что за баги? Баги-лаги. Но у меня не лагает. Переворот. Так, 6 минут. Я думаю, заканчивать можно. Тоже продолжение будет. С вами был. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. И нажимайте на колокольчик. С вами был Мини Гейм Про. Всем пока-пока.